Привет, дорогие друзья, вы на канале Мелагим. Это Том Золотая Вспышка. Наконец-таки появился костюм. Красивый, ребята, он в реальности смотрится намного красивее, чем на картинке. Я думала, что он будет зелененький, а он оказывается такой золотой и с бирюзовыми ушками. И на лбу у котика Тома тоже такой вот красивый бирюзовый цветок в форме цветка. Мне очень понравился этот костюм, и мне нравится. Да, он очень-очень красиво смотрится и идет нашему котику Тому. А слева у нас идет строительство вовсю, ребята. Восстанавливаем город, и у нас будет битва с боссом-енотом. И Том Золотая Вспышка уже полетел по новой локации. Очень красиво. Это локация джунгли. Кто еще не видел, это новая, очень горячая локация джунгли. Мы будем перепрыгивать речку. Такую африканскую речку, которая кишит крокодилами, наверное. И будем летать на тарзанках. Поэтому будет очень интересно, друзья. А вот и новые еноты, огромные в листьях. Тоже очень-очень классные африканские енотики. Ну, у нас уже супергерои заканчивают строить город, ребята. Последнего енота осталось выгнать, и город будет очень-очень красивый и чистый. И после этого мы с вами сразимся с новым боссом-енотом, не обычным, а из джунглей. Из глубоких джунглей вылез этот огромный босс-енот. Он очень опасен. Посмотрите, ребята, какой же он злюка. Он скалит зубы. Ой-ой-ой, какой злой енот. Но мы тебе сейчас покажем. Будешь у нас тут злиться. Мы все добрые, поэтому нам тут злые такие еноты не нужны. Правда, ребята? И мы заберем у него этот сейф. Ребята, посмотрите, какой красивый у босса енота корабль летающий. У него нарисована золотая вспышка на корабле. И это все в стиле нового котика Тома. И пропеллеры похожи на какие-то ромашки голубые. Мне нравится, корабль очень красивый. Мне нравятся разноцветные полосочки, желтая, голубая и фиолетовая. Ну что, и мы отправляемся за боссом енотом. С ним сегодня сразится наш Том в последнем костюме, полицейский Том такой в синем костюмчике. Поэтому давайте-ка мы покажем еноту, кто здесь главный. Ведь он, наверное, еще не знает, что город принадлежит нашим супергероям. И здесь ни в коем случае нельзя хозяйничать каким-то непонятным енотиком. Вперед-вперед, ребята, очень сложная битва с боссом-енотом. Очень много препятствий он выкидывает. Действительно, сложноватенько, чтобы не врезаться. Запрыгиваем на корабль босса-енота. Так, прекрасно. Давай-давай-давай, покажи ему. Быстрее-быстрее ломай, пока он не сбросил нашего Томика. Нужно срочно сломать ему вертушечку вторую. Ой, нет, не получилось удержаться и улетел вниз. А Том, золотая вспышка, на гиперборде под землей догоняет тоже босса енота. Он решил попробовать покататься на всех гаджетах погони героев, ведь он ни разу на них не катался. Я думаю, что ему понравится, ведь гаджеты супер-супер классные, и они помогают нашим супергероям справляться с енотиками. Давай-давай, котик Том, запрыгивай уже на корабль босса енота, осталось совсем немножечко, и мы наконец-таки заполучим заветный наш сейф. Так, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Лапками стучи. И, наконец-таки, он добрался до босса енота. Ой, нет, опять он слетел вниз. Еще одна попытка догнать босса енота. И в этот раз Том обязательно справится со своей задачей. Так, и мы тоже догоняем с Томом Золотой Вспышкой. Догоняем тоже босса енота. У нас будет целых два супер ящика. Ой, Том, полицейский, нечаянно врезался. Какая жалость. Но ничего, мы его спасли. У нас была возможность его спасти, и это очень-очень классно. Нужно помогать периодически супергероям, ведь сложно бороться с такой огромной армией супер-енотов. Все, ребята, Том, полицейский, выиграл. Молодец, красавчик. Ну и Том, золотая вспышка, тоже выиграл. Наконец-таки мы победили двух боссов-енотов. Ну а теперь можно спокойно побегать по новой локации и понаслаждаться видами джунглей, друзья. Открывает сундучок полицейский Том. Это ускорение монеточки. Молодец, полицейский Том, хорошая работа.
А Том, золотая вспышка, еще одного енота огромного победил, и мы летаем на тарзаночках. Давай-давай, еще перепрыгивай. Мне нравится этот момент, когда мы прыгаем по мостикам, и это смотрится очень-очень классно. Правда, ребята? Все, полицейский Том тоже отправился бегать по новой локации, схватил силу удара Тома. А Том, золотая вспышка, тоже схватил силу удара и тоже полетел по новому миру джунглей. Том, золотая вспышка, давай-давай, будь осторожней и только в речку не падай, ведь там крокодилы водятся и опасные разные рептилии и змеи. Поэтому речка у нас опасна. Это река Амазонка, которая протекает в Африке. С ней нужно быть очень-очень осторожным. Ведь это все-таки джунгли, а в джунглях обитает очень много опасных насекомых и животных. Мы запрыгнули с Томом, золотая вспышка, в лазерный корабль и полетели по облакам. Это его первый полет на лазерном корабле. Так, сносим препятствия, енотики с дороги. Но, конечно, гаджеты ему очень-очень понравились, ведь они супер классные, правда, ребята? Так, ну что, а Том, полицейский, бежит по городу, и он словил удвоение монеточек золотых. Прекрасно, Том, но он решил не брать никакие гаджеты, а просто побегать по миру. Так, вперед-вперед, котики. И Том, полицейский, забегает в мою любимую часть локации. Это вот верхние прыжки у нас сейчас происходят по джунглям. Мне нравятся здесь заросли, большие вот эти деревья и цветочки розовые встречаются. Красота, друзья. В следующем видео нужно будет сделать еще ВС-ку с другой очень интересной игрой. Не пропустите следующее видео и увидите, с какой игрой я решила сделать ВС-ку. Мне кажется, что она очень подойдет. У нее тоже такой же стиль и такая же локация есть. Африканская джунгль. Поэтому обязательно сделаю ВС-ку с этой игрой, друзья. А вы пишите в комментариях, как вы думаете, что это будет за игра. Но я думаю, что никто не отгадает, потому что игра не такая распространенная. То есть это не самая такая игра, которую часто снимают. Ну что, ребята, мы, я думаю, прекрасно с вами побегали сегодня. Победили боссов енотов и просто прекрасно побегали по новой локации. Видео подходит к концу, сейчас мы с котиками Томами откроем сундучки, ну и, конечно, получим награды за сегодняшние наши труды, ведь котики Томы очень-очень хорошо постарались, ребята. А вы пишите в комментариях, с кем еще хотите, чтобы сразился котик Том, золотая вспышка, обязательно пишите ваши комментарии, мои дорогие. О, еще один енотик в красной одежде. И мы его победили, ребята. Все. Золотая вспышка врезался. Открываем сундучок, ребята. Это монетки, алмазики и мотоцикл. Так, еще монеток, алмазиков. И последний сейф. Здесь тоже монетки, алмазики и еще ускорение. Молодец, Том, золотая вспышка, хорошая работа. И Том, полицейский, тоже хорошо побегал и 9000 очков заработал. Молодец, молодцы котики Тома. Правда, они прикольно смотрятся вместе. Оба костюма очень-очень красивые. Но мне, конечно, Том, золотая вспышка, понравился больше всего. Он весь горит и сияет. Все, друзья, на этом видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения. И встретимся в следующем видео на канале Мелагейм. И всем пока-пока!